Здравствуйте! Пока мы общались с вами день за днем, наше время подходит постепенно к концу. Сегодня мы будем читать бытие 27 главу.

위하여, Возьми теперь орудия твои, колчан твой и лук твой, пойди в поле и налови мне дичи. И приготовь мне кушание, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру. Ревека слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву, и пошел Исав в поле достать и принести дичи. А Ревика сказала сыну своему Якову, вот я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву.

Пойди в стадо и возьми мне оттуда два козленка хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит. А ты принесешь отцу твоему, и он поесть, чтобы благословить тебя перед смертью своей. Яков сказал, ревеке матери своей, исав, брат мой, человек, косматый, а я человек гладкий. Может статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком и наведу на себя проклятие, а не благословение. Мать его сказала ему, «На мне пусть будет проклятие твое, сын мой, только послушайся слов моих и пойти принеси мне». Он пошел и взял и принес матери своей, и мать его сделала кушание, какое любил отец его. И взяла Ревека богатую одежду старшего сына своего, бывшую у нее в доме, и одела в нее младшего сына своего Якова. А руки его и гладкую шею его обложила кожей ее козлят. И дала кушание и хлеб, который она приготовила в руки Якову сыну своему.

встань, сядь и поешь дичь моей, чтобы благословила меня душа твоя». И сказал Исаак сыну своему, «Что так скоро нашел ты, сын мой?» Он сказал, «Потому что Господь Бог твой послал мне навстречу». И сказал Исаак Иакову, «Подойди ко мне, я ощупаю тебя, сын мой, ты ли сын мой Исаак или нет?» 야, 우리 그 아비 이삭에게 가까이 가니 이삭이 만집에 가서 음성 야곱의 음성이나 몸 손은 에서의 손이라도 하며 야곱 받아서 그 이삭 고 앗소스 외모 이온 아슈팔이 외스가 잘 골어서 골어서 야곱의 아루키 루키 이삭 와외그 손이 형 에서의 손까지 틀이슴으로 너희 분별치 못하고 죽보하엿. 이우니오, 알 외스가 왜 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 외스가 왜

У купания Вифезды собрались многие больные, слепые, храмы и сушие. Потому что иногда спускался ангел и смущал воду. И тот, который входил первый, исцелялся от любой болезни. Иисус пришел к купанию Вифезда. Там находилось множество больных. Однако он не встретился со всеми ими. Он встретил человека, который болел 38 лет, который находился немножко вдали от этой купальни. Причина, по которой Иисус встретился с ним, заключается в очень простом. Другие больные ждали, чтобы ангел возмущал воду, чтобы первый войти в воду. А человек, который болел 38 лет, он не может войти в воду, даже когда будет возмущать ангел воду. 다른 사람들은 예수님 말고도 많은 방법이 있었는데 способов, 예수님은 누구에게 은을 내리시고 병을 고쳐 주셨냐 하면은 나체모 예수 그리스도가 이스치 방법이 없는 Иисус приходит к человеку, который болел 38 лет, потому что у него не было другого пути. Иисус исцелил его от болезней. Когда мы читаем Библию, мы во многих местах можем обнаружить эту историю. Например, есть человек, который попался разбойником, кого спас добрый самарянин. Он помог человеку, который встретился с разбойником. Потому что тот, который попался разбойником, ничего не мог сделать. Разбойники сняли с него одежду, побили его и оставили едва живым. 자기 스스로 놔두면은 그양이 있다가 저녁이 되면은 이제 해가 지고 늑대들이 내려오면 그냥 늑대 밥이 돼 아무 뭐 길이 없었습니다. 이에다에그이어그지지이다 예수님이 찾는 사람들은 그이 아무 뭐 길도 없고 방법도 없고 잘하지도 못하고 선도행하지 못하고 그런 Иисус действует у тех людей, которые не могут спасти себя, никого не могут помочь себе. Например, человек, который болел 38 лет, или человек, попавшийся разбойника. Для того, чтобы Иисус мог действовать в нас, мы ничего не должны уметь делать. До сегодня многие христиане идут против того, что хочет Бог. Иисус хочет стать дорогой для тех, у которых нет дороги. Он хочет стать способом, у которых нет способа. Он хочет спасти тех, которые не могут спасти сами себя. Вот таких Иисус ищет. Но сегодня многие христиане не являются человеком, который попался разбойником или человеком, который болел 38 лет. Они каются, молятся, читают Библию, делают добрые дела. Они стали теми, которые могут что-то делать хорошо. 그때 수많은 병자 하나도 돌아보지 않았습니다. 그곳에 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 수많은 병자 하나도 돌아보지 않았습니다 который даже при возмущении воды не может войти в купание, он тот, который ничего не может сделать, он тот, у которого нет дороги, он тот, который не имеет своего способа, тот, который согрешил, и тот, который не может получить прощения грехов. Иисус приходит тем, которые находятся в отчаянии, для того, чтобы стать Его Спасителем. Но сегодня многие христиане стали теми, которые могут делать а, хорошо. Вот я начал приносить дестину. Я благодарен. Я хорошо читаю Библию. Я много болюсь. Я исполняю воскресенье. Я живу по вере. Они не заинтересованы Иисусом Христом. Если вы посмотрите Библию, знаете, кого спасителем становится Иисус? Тех, которые хорошо молятся, Иисус отвергает. Те, которые хорошо читают Библию, тоже отвергает. И те, которые делают добрые дела, отвергает Иисус. Иисус. Иисус спасает всегда тех, которые находятся во грехе и ничего не могут сделать. Когда мы смотрим Бытие, 27 главу, которую мы читали, у Исака было два сына. Был старший сын Исаф. Исаф был талантливым охотником. Но, а его брат Яков, он не был охотником. Он был тем, который всегда помогает маме по дому. Но слово, которое написано в Бытии 27 главе, прежде чем я буду все объяснять, я хочу вам сказать, Сегодня многие христиане усердно читают Библию, они молятся, постятся, жертвуют, делают усердное дело и думают, что за это они получат благословение. Но если вы посмотрите Бытие 27 главу, то здесь совсем о других вещах говорится. О чем сказал Исаак однажды? Он позвал своего старшего сына Исава. Исав был талантливым охотником. Исав очень хорошо натягивал тетиву. В Китае был человек с фамилией Чан. У него фамилия Чанг, что значит большой человек. У него был второй сын. И второй сын очень хорошо стрелял с лука. 활, У него была фамилия Чанг, а имя было Хуаль, что значит «лук». 그 활, 그 아들, 그 사람이, 그 손이, И говорят, потомки этого второго сына да, из семьи Чанг являются потомками, которые живут в Корее. Конечно, среди тех корейцев, которые имеют фамилию Чанг, есть те корейцы, которые имеют фамилию, которая не из этой диминации. И рядом добавляет букву, которая обозначает лук. И те потомки, которые были сыновьями с того сына, который хорошо стрелял с лука, написали «Большой человек с луком». И каждый раз, когда слушают эту историю, я про себя думаю, это что потомки Исава, потому что Исав очень хорошо стрелял с лука. 자 우리가 성경 이 창세기 27장에 하는 이야기가 뭐냐면은 <목소리도> 이 성경에 하나님의 마음이 우리에게 전달하게 창세기 27장에 기록됐는데 б ы т п и с а н 우리는 활을 잘 쏘고 사냥을 잘하고 착하고 그다음에 남을 잘 돕고 기도를 많이 하고 봉사를 잘하고 헌금을 하고 이런 사람을 하나님이 사랑한다고 생각합니다. 하가 그러니까 가지고 있는 내가 뭐 성경 잘 읽고 기도 열심히 하고 다음에 전도 잘하고 헌금하고 충성하고 그, 이래서 신앙이 좋다. 그렇게 하는데 한 그거 아니다 하는 걸 알리기 위해서 Поэтому люди, когда хорошо читают Библию, хорошо молятся, постятся, они говорят, что они хорошо ведут духовную жизнь. Но Господь Бог, для того, чтобы показать, что это не так. Для этого Господь Бог написал Бытие 27 главу. Потому что когда Бог написал Бытие 27 главу, люди говорят, я хорошо молился Бог, я хорошо покаялся Господи, я был верен Тебе и служил Тебе, я хорошо давал десятину, я сделал хорошее, это я сделал хорошо, я сделал добрые дела, Бог я помог нуждающимся, Бог я помог бедным, Таким Бог поворачивает свое лицо и говорит, ой, отстаньте, я устал. Вот о чем нам рассказывает Бытие 27 глава. Нам кажется, Исав хорошо охотился, и он был послушным отцу. Поэтому если он сделает дичи, тогда в Библии написано, что он сможет получить благословение. <смотреть> Нам кажется, что Исав имеет все условия, чтобы получить благословение. А Яков он не умеет охотиться, поэтому кажется, что он не сможет получить благословение отца. Мать Исава и Якова Ревека, она помогает не Саву, который может делать все хорошо, а сыну, который не умеет охотиться, сыну, который не умеет готовить. Именно Якову она дает помощь, чтобы он получил благословение. Я с детства ходил в церковь. То, что я не мог вести хорошую духовную жизнь, то, что я делал всегда плохое, я думал, что все это связано с тем, что я имею недостатки. Я плохо читал Библию, плохо молился, плохо жертвовал, я плохо служил, плохо проповедовал. Я считал, что именно поэтому я получаю проклятие. Когда мы читаем Бытие 27 главу, мы можем увидеть, что мысли Господа Бога и наши мысли полностью отличаются. Если мы будем знать эту истину, мы все будем удивляться. Если мы можем получить благословение только тогда, когда мы будем совершенными и будем хорошими, Тогда Иисусу не нужно было приходить на землю. Почему же Иисус Христос пришел на землю? Он пришел не для того, чтобы помочь тем, которые хорошо ведут духовную жизнь, для тех, которых плохо ведет, у которых не получается, для тех, которые потерпели у которых много греха, для тех, которые грязные, скверные. Он тот, который те, которых не получается делать, чтобы они попали в Царство Небесное. Проблема многих верующих, которые ходят в церковь, а, заключается в том, что они думают, я вот перестал пить, поэтому Бог меня благословит. Я пожертвовал, поэтому Бог мне даст благословение. Если я буду помогать бедным, Бог будет мне благословить. Если я буду Ему верным, Он будет меня благословлять. У меня будет хорошая вера. Все это неправильно. Если вы посмотрите Библию и увидите, кто получает благословение. Женщина, взятая в прелюбодеянии. Что она сделала хорошего? Она не сделала. Никотим, таким был трудолюбивым, но он не получил благословения. Самарянка. Человек, который болел 38 лет. Слепой человек. Господь благословляет тех, которые ничего не могли сделать. Господь Бог отвернулся от всех хороших, добрых, тех, которых могут сами себя спасти. Он всех их оставил. Сегодня мы читаем Библию. Но большинство людей читают наоборот то, что написано в Библии. Когда я читал Бытие 27 главу, я тоже не понимал. Я думал, Исав же был таким честным перед отцом, но почему же он не получил благословения? Яков же обманывал. Он же искусил отца, сказал, что он Исав. Он же даже не охотился. Он взял то, что мама приготовила, и все. Что же Бог показывает нам? Поскольку Иаков ничего не может делать, он получает не своим благословением. А чем он получил благословение? Он получает благословение по помощи и благословению Иисуса Христа. Когда мы исполняем закон, когда видим добрую жизнь, когда не грешим, когда мы верны, когда мы хорошо евангелизируем, Иисус пришел не для того, чтобы помочь таким людям. Женщина взятая в которые которая должна погибнуть, Захей, мытарь, Разбойник распятый на кресте. Иисус Христос возлюбил тех, которые должны были получить проклятие и погибнуть. Именно таких Он спас. Поэтому, не потому что вы вели добрую жизнь, не потому что вы были верными, не потому что вы хорошо молились, не потому что вы хорошо служили Богу, не пытайтесь поэтому вы получить благословение. Потому что в Библии ни один такой человек не получил благословение. В Библии написано, что Иисус возлюбил тех, которые должны были погибнуть, те, которые ничего доброго и хорошего не сделали. Как Яков получил милость от Ревеки. Тот, который милует именно таких немощных людей, является Иисус Христос.

У меня с детства было слабое сердце. Хотя у меня не было физических недостатков. Но я был слабый, поэтому я не любил резкие виды спорта. Во время подготовки десанта в армии, когда нас позвали, чтобы мы проводили тренировку, у нас была тренировка не валяшка. Первое движение ⁇ это прыгать как можно высоко. Офицер говорит, я говорю один, вы говорите тысяча. Тысяча один раз вы должны прыгнуть. И последнюю цифру вы не должны называть. В песчаном поле вы начинаете прыгать. Раз. Два. Все прыгают. Три. 999. Все говорят, не говорите тысячу. Но кто-то обязательно скажет тысяча. И тогда снова вас одного нужно прыгать тысячу раз. И так целый день. Там есть 20 видов упражнений. Когда вы тысячу раз прыгнете, ладно, если вы только тысячу раз прыгнете. 99, 999. Когда говорят 999, все говорят, не говорите тысячу Все говорят, тихо, тихо Но кто-то скажет, тысяча Тогда снова надо прыгать Когда мы утром выходили на зарядку Там есть большое ведро с солью Каждый солдат есть по соли и даже берет с собой соль Потому что во время тренировки Многие люди потеют И с потом вместе уходит соль из организма У нас была бутылка литровая В день где-то по 10 бутылок мы выпивали легко Только что выпил, но ты хочешь пить Потому что очень много потеешь Было очень тяжело Поскольку это тренировка высадки десанта, поэтому с высокой горы нужно по веревке спускаться в реку. 450 метров ты спускаешься за несколько секунд. Потом нужно с одной горы перебираться в другую гору через одну веревку, через две и через три веревки. После зарядки не валяшки, офицер сказал всем собраться. Я хотел побежать, но я не мог двигаться вдруг. Я упал без сознания. Тогда мне было всего лишь 21. Был совсем молодым. Я три дня отдохнул. Тогда мой организм восстановился. Я узнал, что у меня есть проблемы с сердцем. Young, bad, right? В молодости это было не проблемой. Но когда мне стало 50 лет, Now, я начал чувствовать проблемы, связанные с сердцем. Ah, really мне было очень непросто. Really Сердце бьется раз, два, три. Really Потом останавливается. И тогда странное ощущение приходит ко мне. Если сердце не забьется, я умру. Я могу погибнуть. Но потом сердце начинает снова биться. Я чувствовал небольшие недостатки в моем организме. Целую неделю меня проверяли в больнице Ханьян но не смогли выявить причину болезни. Потом однажды я поехал в США и показал себя одному известному кардиологу. Этому кардиологу было лет за 80. Он был на пенсии, но все равно проводил время в больнице. Поэтому он смотрел только тех людей, у которых особенная болезнь. Этот кардиолог, он целый день проводил со мной время. Он сказал, чтобы я бегал по беговой дорожке и очень много давал упражнений. Потом он сказал мне, Современная медицина невозможно исцелить ваше сердце. В 1999 году у меня были серьезные проблемы, связанные с сердцем. Во время семинара в Нью-Йорке один человек угостил меня каким-то напитком и сказал, что это напиток из Канады. И он сказал, что это очень хорошее, что нужно обязательно выпить. А я не люблю подобные вещи. Но он так меня просил, что я немножко, полстакана выпил. Но наш пастор Ким Йонг он выпил два стакана. Но всех у нас началась диарея. Мы так мучались за диареи. А после Нью-Йорка нам нужно было ехать в Перу. Я с супругой обсуждал, надо ли ехать в Перу или нет. Мне было очень тяжело. Но поскольку мы договорились, что будем проводить семинар, мы решили, что даже если умрем, надо будет поехать, поэтому мы поехали в Перу. Первый день вечером я сидел сзади за кафедрой. Тогда был ведущим брат Ионджи. Мое сердце так быстро билось, что я не мог вытерпеть. Я спустился вниз, а там была комната для спортсменов. Я немножко отдохнул там и поднялся передать слово. Еле-еле закончил слово. Но служитель Ион Че, он сказал, сейчас приехал к нам пастор Уксупак, если у вас есть болезнь, тогда вы подходите, пастор Пак будет молиться за вас. Я про себя думал, Йонджи, ты хочешь убить меня? 200 человек поднялись, и я молился за каждого из них. И после собрания я лежал в номере. Так прошел семинар, и последний день, когда я ужал, братья и сестры пришли в аэропорт, чтобы проводить меня. И когда они проводили меня и возвращались домой, говорят, они сказали, а, это последний был визит пастор Супака. Скорее всего, пастор Пак умрет. Все они так подумали. В те годы мы жили в городе Тезион. И в Тэджуне мы строили восьмиэтажное здание нашей миссии. Когда я смотрел на рабочих, которые работали на крыше, мне было страшно, поэтому я закрывал глаза. Сердце бьется или останавливается, как ему хочется. Из-за сердца я не мог даже свободно общаться. Я же не могу напрямую общаться с сердцем, правильно? Летней конференции в 1999 году я передавал слово, а все оставшееся время я лежал в комнате. Вечером, когда я однажды лежал, я подумал, сегодня от главного места, где проходит семинар, до места, где проходит воскресная школа, 500 метров. Я прошел 4 раза. Я не мог поверить в это. Туда обратно почти один километр. Получается, я 4 километра прошел пешком. Я не мог в это поверить. Как бы я ни думал. Действительно, я ходил туда обратно четыре раза. Я смог пройти четыре раза в такую жару. И в тот день, когда я ложился спать, у меня появилась душа, что Господь Бог исцелил мою болезнь. И с следующего дня я начал бегать по утрам. 서대전 여자 고등학교하고 가까워요. После конференции я вернулся в нашу церковь. Наша церковь находится рядом со школой. А у этой школы есть площадка, которая 350 метров. В первый день я пробежал два круга и потом начал болеть бок. Но все равно я начал бегать. У меня была душа, что Господь исцелил мою болезнь. Пробежал километр, 3 потом два километра, три километра, четыре километра пробежал. Я купил легкие кроссовки. Я брал их и в Африку и рано утром бегал. Куда бы я ни ехал, я бегал в кроссовках. И когда я потею, мне не нравилось это. Господь Бог полностью исцелил мое сердце. Многое в моей жизни произошло через Господа. Поэтому я говорю, верьте в Бога. Господь Бог дал сердце, что если мы будем просить у Него, Он обязательно нам даст. Когда я служил в Чангпали, и там Бог действовал в моей жизни. Однажды мне сообщили, Сказали, чтобы я в понедельник приехал в центр в городе Тегу. Нам сообщили в пятницу. Но у меня не было денег на дорогу. С того дня я начал молиться. Суббота, воскресенье, в воскресенье после собрания я сделал объявление. Я сказал, завтра я уезжаю в Тегу. В церкви никого не будет. Про себя я думал, может кто-то мне даст деньги на дорогу. Однако никто не давал мне деньги на дорогу. Наступило утро понедельника. Я взял сумку но у меня не было совсем денег Мне нужно было ехать Я поехал на автобусную остановку и рядом с автобусной остановкой был брат который отвечает за финансы нашей церкви <связывая> Поскольку не было пожертвований в нашей церкви практически, он был учителем в средней школе Кочан, а его жена была хозяином канцелярского магазина перед школой. 신의, 저, 신의 길, И я должен был пройти мимо этого дома. Я про себя думал, может навестить этого брата по пути на остановку? Но потом я начал думать, ты же веришь в Бога, почему ты надеешься на человека? Я думал, ну, я не на человека надеюсь, но он же отвечает за финансы нашей церкви. Но потом я подумал, если я надеюсь на Бога, я не должен надеяться на человека. Две души боролись во мне. Но потом я подумал, то, что я буду идти к нему, это неправильно. То же самое, что я прошу в открытую, дайте мне деньги. Нельзя идти к ним. Тогда пришла следующая мысль. Однажды я проходил мимо этого дома в то время. Я видел, что он умывался. В то время не было асфальтированной дороги, и поэтому он разливал эту воду на дорогу. И это было очень подходящее время. Я подумал, вот я буду проходить, он меня увидит и спросит, о, вы куда идете? Ах, вы же идете в Тегу, заходите к нам, выпейте чашечку чая. Вот о чем я начал думать. Но потом я решил, так нельзя. Это надеяться на человека. Я должен смотреть на Бога. И пока я размышлял об этом, я посмотрел на себя со стороны. Такой бедный человек. Мне было жалко смотреть на себя, который не имеет денег на дорогу и надеяться на других людей. Как жалко смотреть на такого. Потом я подумал, я всю жизнь буду проповедовать Евангелие, не буду работать. Неужели всю мою жизнь я должен вести именно такой образ жизни? Мне не хочется вести такую жизнь. Лучше не поехать в Тегу, но я не буду жить так. Затем я сказал, Господи, я не буду смотреть на человека, я буду смотреть на Тебя. И специально я шел дорогу, которая идет вокруг этого дома. Если Бог решит не дать, тогда даже если я буду проходить мимо этого дома, Бог не даст. А если Бог даст, тогда даже через этого, если Он не даст, Он даст через других. И я обошел этот дом и пришел к главной дороге. Я увидел, что едет автобус, в котором было написано «Тегу». Я про себя подумал, нужно сесть в этот автобус. Я думал, поднимать мне руку или не поднимать. Я размышлял об этом. Но вдруг автобус остановился передо мною. Открылась дверь. Я подумал, это сигнал, чтобы я сел. Я сел в автобус. Я сел в автобус. Вдруг кто-то сказал, «Евангелист Пак, садитесь рядом со мною». И это была одна замужная сестра. Мы с ней ходили в одну церковь в Тегу. Я сел рядом с нею, чтобы ехать в Тегу. И автобус тронулся с места. Тогда кондуктор подошел ко мне с билетом и с ручкой. Я сказал сестре, «Сестра, простите, но у меня нет денег на дорогу». Она сказала, «Я все знаю». И она заплатила за дорогу. И так мы смогли ехать дальше. И она сказала вот что мне. Далеко от города Хо Чан находится деревня, которая называется Мари. И это ее родина. Все родственники умерли, осталась только мама. И в год, на день рождения или на большие праздники, она посещает дом мамы. Эта сестра живет в Тегу, поэтому у нее есть прибыль. А в деревне, наоборот, очень трудно заработать деньги. Поэтому каждый раз, когда она навещает свою маму, она дает все деньги, кроме денег на дорогу. Но в тот день, когда она стояла у остановки и ждала автобуса, она хотела снова дать деньги маме, но почему-то руки наоборот прятали эти деньги. И ее мама же смотрела на него и ждала, когда же она даст деньги? Но она села в автобус и уехала. И сестра про себя начала думать почему же я не дала деньги маме? Что это со мной происходит? И этот автобус проезжал мимо города Хотя. А? И она издалека увидела, что я подхожу к остановке. Я она поняла, что я еду в Тегу. Я она поняла, а Бог дал эти деньги, чтобы я заплатил за него. Я она сказала, пожалуйста, остановите автобус. И так она остановила автобус. Мы добрались до Тегу. Сестра сказала, пойдемте ко мне. Она сказала, вы так много трудитесь ради Евангелия. И она приготовила обед, и мы очень хорошо поели. Потом сказала, подожди немножко. Она сходила к кому-то и, по-моему, взяла взаймы деньги. И положила их в мой карман. И сказала, вы так многое делаете ради Евангелия, до свидания. Вечером я пришел в наш центр нашей миссии. И перед тем, как лишь спать, я начал молиться на коленях. Ясно вспомнил, как Бог действовал в тот день утра. Если бы я вошел в дом брата Сон, этот автобус бы проехал мимо. Бог приготовил деньги через эту сестру. Если брат мне ничего не скажет, просто скажет, все, хорошего вам пути, что я могу сделать? Я попробовал представить в моем сердце. Вот я скажу брату, брат, простите, пожалуйста, но у меня нет денег на дорогу. Я вам верну деньги после того, как съезжу в Тегу. Дайте, пожалуйста, деньги на дорогу. Я просто представил себе. А брат скажет, ой, евангелист, простите, но у нас нет дома денег. 마늘 그컵 하면 내가 어떻게 배를 째요 어때요. 그러니까 내가 그 집에 들어갔으면 그날 위해 준비한 돈을 내가 못 받았을. 때. Если бы я, я 그러니까 때 내가 하나님을 인간을 바라봐 Поэтому с того момента я начал уповать только на Господа Бога, я перестал смотреть на человека. С того дня до сегодняшнего дня, пока я смотрел на Господа Бога и уповал на него, я никогда не говорил человеку, чтобы помогли мне, я не говорил, чтобы они дали мне денег.

Это не тогда, когда я стараюсь прилагаю усилия для того, чтобы мои виси наклонились в сторону Царства Небесное, чтобы попасть в Царство Небесное. А если они наклонятся в сторону греха, тогда я попадаю в ад. Это не так все устроено. Кто идет в Царство Небесное? Тот грешник, чьи грехи прощены. Когда Иисус действует тогда, когда я согрешил, но ничего не могу сделать, чтобы очистить мой грех. Чтобы войти в Царство Небесное, мы должны все сделать через Иисуса Христа. Но многие видят духовную жизнь в обратную сторону. Я должен быть верным, я должен делать хорошо, я должен молиться, я должен сделать что-то хорошо, чтобы попасть в Царство Небесное. Но Бог говорит, это не так. Иисус сделал вместо всех людей, которые ничего не смогли сделать. Вот о чем говорит нам бытие 27 глава. 에서은 사냥을 잘하고 아버지가 사냥에 오라고 기 때문에 사냥에 가서 요리 만들어 면 반드시 복을 받을 줄 알았어. 이사 думал что он хороший охотник поэтому если он приготовит дичь тогда отец даст благословение. 야곱은 사냥도 못 하고. 야곱은 저 복을 받을 조건이 없는 거야. 언제 번에 도слови чтобы получить благословение. 자기 열심히 노력해서 전통으로 화살 거집 안에 쏘아서 Исав хорошо охотился, и он поймал оленя. Обычно олень весит более 100 килограммов. А даже если стрела попадет в таз, тогда олень не сразу падает, она начинает убегать от вас. Нужно перебежать несколько гор, потом строго выстрелить, и тогда можно поймать дичь. Даже если вы поймаете оленя Вот мы даже не сможем его принести обратно Представляете, как Исаву было сложно принести эту дичь обратно домой Потом думал, что если он приготовит и принесет отцу, тогда отец благословит его но по факту, Исав, который старался, он не смог получить благословение. А кто получил благословение? Яков получил благословение. А что сделал Яков? Ничего он не сделал. Все, что должен был сделать он, сделала мама Ревека. Яков был человеком, который не имеет условий, чтобы получить благословение. Но Ревека сделала все, чтобы он смог получить благословение. Что же нам это показывает? Нечеловеческими усилиями мы получаем благословение. Не нашими усиленными молитвами мы получаем прощение грехов. О чем мы говорили в первый день, скажите? Ефесяна 2 главе 8-9 стихе написано «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сиение от вас Божий дар». Не отдел, чтобы никто не хвалился. Что такое дела? То, что я должен усердно молиться, делать, все это находится в делах наших. Для того, чтобы нам дать удивительное спасение и благословение, он не дает тем, которые сделали что-то хорошее. А тем, которые ничего не смогли сделать, те, которые должны были погибнуть. Ради грязных грешников, которые должны были получить проклятие, Иисус умер. И ради нас, которые ничего не могут сделать, Иисус совершил. Как Яков мы ничего не могли сделать. Но Ревека, возлюбив Якова, все приготовила для его благословения. Также мы должны были получить проклятие. Мы должны были погибнуть. Мы те, которые должны попасть в вечный ад. Не потому, что мы что-то сделали хорошо. Иисус совершил все за нас, поэтому это называется благодать. Ефесяна 2 главе 8 стихи написано. Ибо благодатью вы спасены через веру. И сие не от вас Божий дар. Не отдел, чтобы никто не хвалился. Не потому, что вы хорошо молились. Не потому, что вы хорошо читали Библию. Не потому, что вы сделали добрые дела. Не потому, что вы исполняли закон. Не потому, что вы были добрыми. Не из-за этого вы попадаете в Царство Небесное. Поэтому Бытие 27 глава показывает, что Исав, который старался, получает проклятие. А Яков, который ничего не сделал, получает благословение. Хотя он ничего не сделал, но он поверил в мать. Тут есть беседа между Ревикой и Яковом. Мама сказала, вот я слышал, твой отец говорил твоему брату: что если пойти поймать дичь и приготовить, тогда отец сказал, что даст благословение. И Ревика говорит: пока твой брат находится на охоте, Яков, ты пойди, принеси мне козленка. Козлят там много, поэтому он взял одну и принес маме. Тогда Ревика говорит, я приготовлю кушанье, который любит твой отец. Ты же возьми это и получи благословение перед отцом. Знаете, что сказал Яков на это? Он сказал, Конечно, наш отец, он не видит, но он может меня потругать. Брат мой, он косматый человек. А я же человек гладкий. Может показаться, что я обманщик перед отцом. И наведу на себя проклятие, а не благословение. Тогда Ревека сказала, что сказала мать? На «Да мне пусть будет проклятие твое, сын мой, только послушайся слов моих, пойди и принеси Яков, мне. По слову матери он пошел и принес козленка. И мать приготовила очень хорошее кушение. И на руки Якова она положила шерсть козленка, и шею возложила кожу ее козленка и дала одежду и сава чтобы он взял еду и отнес отцу. как сказал отцу Вот отец, я пошел приготовил дичь, поешь и дай мне благословение, о котором ты говорил. А Исах слушает, ему кажется, что это говорит Яков. И спрашивает, кто ты? Я твой первенец Исаф. Подойди ко мне, я потрогаю и узнаю, ты ли или нет. Яков начинает переживать. И Иса, который не видит, он потрогал своего сына и видит, что их шея, и руки косматы. И говорит, голос, голос Якова. А руки, руки Исавовы. Когда Исаак попробовал кушание, конечно, это кушание ему понравилось, потому что мама знала, что нравится отцу. Итак, Исаак дает благословение Якову. Итак, Яков получил благословение. Как Яков смог получить благословение? Не потому, что у него были условия для этого. А Ревика приготовила все условия, чтобы он получил благословение. Когда я читал эту историю, раньше я не понимал значения. Добрый Исав, который был послушный, получил проклятие. А обмашек Яков получает благословение благословение. Я не понимал значение этого слова. Но Господь Бог дает благословение не нашим стандартным добра. Хотя мы скверные и грязные. Но поскольку Иисус Христос очистил этот грех и спас нас, мы получаем благословение не нашими добрыми делами. Я сделал доброе, Бог, дай мне благословение. Я был верным, поэтому дай благословение. Не это хочет Бог. Он любит нас. Он хочет дать свою благодать. Он дает спасение даром. Если мы что-то сделаем, чтобы дать спасение, это значит не по милости, а по долгу. А Бог дает нам спасение не по долгу, а по милости. Если мы получаем спасение, потому что мы были верными Господу Богу, значит мы получаем по долгу. Бог дает благословение не добрым, не верным Ему, а тем, которые должны были получить проклятие, которые должны были погибнуть, те, которых ничего хорошего не имеют. Женщина, взятых при которые должны были убить. Разбойник, распятый на кресте, слепой человек, человек, который болел 38 лет, они не имели никакого условия, чтобы получить благословение. Но по благодати, если Бог дает, они могут получить спасение. Тем людям, которые сделали добрые дела, это будет не по благодати, а по долгу. Поэтому такие люди не смогут получить благословение. До 19 лет я старался быть верным, хотел жертвовать, хотел делать добрые дела, хотел усердно молиться. И я хотел таким образом попасть в Царство Небесное. Но проблема в том, что я не мог сделать хорошо. У меня была все больше и больше греха. Но однажды, когда я читал Библию, я понял, что Бог дает благословение не потому, что я сделал хорошо, но Он дает по благодати. Однажды я ехал в США. У нас было мероприятие в Америке. И был один брат из нашей церкви. Он работал в авиакомпании. Он спросил, можно я пойду вместе с вами в Америку? Я сказал, конечно. И мы летели вместе. Нас было несколько человек, были еще некоторые пресвикторы. В аэропорту он показал мне свой билет. Тогда у меня был билет эконом-класса. А у него был билет первого класса И говорит, пастор, у меня билет первого класса Я сказал, ой, поздравляю Хорошей поездки тебе Я пошел в эконом-класс Он же пошел в первый класс Потом он подошел ко мне И говорит, пастор, идите в отдел первого класса Знаете, если бы я был высоким ростом Конечно, там это не зависит от моего хотения. Но мой рост как раз подходит, чтобы лететь в эконом-классе. Знаете, кого мне жалко больше всего в самолете? Именно людей, у которых рост почти 2 метра. Вот если он покупает билет в эконом-класс в самолете, Тогда ноги, то есть колени касаются переднего стула, и он не может выйти оттуда. Я же низкий ростом, поэтому очень подхожу, чтобы лететь в эконом-классе. Для меня эконом-класс это как первый класс в самолете. А для высоких людей очень неудобно лететь в эконом-классе. Поэтому, когда вы летите в эконом-классе, вы не представляете, как радостно, что у нас низкий рост. Я часто путешествую, много летаю на самолете. Я сказал, «Вы лечите первым классом, я буду лететь в эконом-классе». Но брат сказал мне, «Пастор, ну вы думаете, неужели я взял специально для себя этот билет?» «Я взял этот билет для того, чтобы вы могли лететь первым классом. Пожалуйста, пересядьте в первый класс». Я сказал, «Но ну, это твои дела». Мне не проблема летит в эконом классе, все нормально. Тогда чуть он не заплакал. И пресс сказали, Пастор, идите в первый класс. Я притворился, что у меня нет другого выхода, и пошел в первый класс. Брат купил билет в первый класс. Поменялся со мной билетом. Он сел в эконом-класс, а я сел в первый класс. Все-таки первый класс, он хороший. Там очень хорошие услуги. У меня один миллион милев. Только авиакомпании Корен Эр я пролетел полтора миллиона миль. Я VIP-клиент авиакомпании Korean Air. Иногда... Однажды я садился в Сан-Паулу, в Бразилии, в самолет. В Бразилии до Кореи нужно лететь почти 30 часов. Сначала нужно лететь в Лос-Анджелес 15 часов. И с Лос-Анджелеса до Сиула 15 часов. Очень большая дистанция. Однажды я садился в самолет. У меня был эконом-класс. Сотрудник увидел и говорит, о, вы клиент с миллион к миле. Я сказал, совершенно верно. Говорит, у нас остается места в первый класс, мы вам дадим билет в первый класс. Я сказал, ой, спасибо большое. Я сказал, спасибо. Иногда перепродают билет в эконом-класс, поэтому не хватает мест. Тогда тем, у которых миллион миль, говорят, чтобы они пересели в первый класс. И несколько раз я летел бесплатно в первом классе. Тогда на стране лучше, чем когда вы сами покупаете билет первый класс. Однажды из Парижа тоже. А французская авиакомпания тоже входит в SkyTeam с корейской компанией. И поэтому миллион миль можно использовать и там, и тут. Сотрудник сказал, мистер Пак, и сказал, да, у вас миллион миль? Мы вам дадим первый класс. И так летел в первом классе. Когда взлетел самолет, самолет летел. Я позвал сотрудника и спросил, когда будет время обеда. Мне сказали, это первый класс. Я ответил, ну я знаю, что это первый класс, но когда время обеда? Тогда сказали, здесь принесут вам еду, когда вы скажете. Тогда сказал, принесите, пожалуйста. Я хорошо пообедал, было хорошее настроение. Потом говорят, мистер Пак, не хотите ли пойти в уборную? А что случилось? Пока вы сходите в уборную, мы приготовим для вас кровать. Я сказал, ой, хорошо, пожалуйста. Я сходил в уборную и тогда приготовили кровать для меня. Но там было так хорошо, что трудно было уснуть. Поскольку у меня миллион миль, поэтому иногда дают такую услугу. Но человек так устроен, что когда бесплатно летит первым классом, больше настроение поднимается, чем когда ты оплачиваешь. Когда ты устал, тогда хочется, чтобы тебя перевели в первый класс, но не дают тогда. Ну, в общем, в тот день я поменялся билетом с тем братом. И в первом классе в основном одинаковые кровати. Везде можно сделать кровать. Также можно попросить одеяло. Очень хорошо. Правда, очень дорого. Я имел билет в эконом-класс. Но лечу в первом классе. Раньше имел билет в первый класс, но летел эконом-классом. Ради меня. То же самое сделал Иисус. Иисус дал нам билет в Царство Небесное и взял на себя билет нашего проклятия и умер на кресте. Поэтому не мы должны что-то сделать, чтобы получить благословение Иисуса. По благодати, даром Он нас спас. Как в Бытие 27 главе, мы ведем в обратную сторону нашу духовную жизнь. Бог благословляет тем, которые ничего не могут сделать. Человек, который болел 38 лет, слепой человек, рожденный слепым, он становится путем для тех, у которых нет своего пути. Он не помогает тем, которые делают хорошо. Чтобы войти в царство небесное, не мы должны делать что-то. Бог сто процентов дает по благодати. Бог не требует нам чего-то взамен, чтобы получить милость Господа Бога. Хотя у нас много греха, хотя мы совершили зло, но по милости Иисуса Христа Господь Бог спас нас. Мы же думаем, что получаем спасение, когда мы стараемся. Ефесяна 2 главе 8 стихи написано. И по благодатью вы спасены через веру и сияние от вас Божий дар. 9 стих говорит нам. Не от дел, не потому, что я сделал что-то хорошо, не потому, что я старался, не потому, что я сделал добро, не потому, что я сделал что-то, что позволяет попасть в Царство Небесное. Даром дается благодать. Бог сделал, чтобы мы даром попались в Царство Небесное. Что значит, Иисус умер на кресте за нас? Поскольку Он умер вместо нас. Поэтому это то же самое, что я умер. Поскольку Он получил все наказание вместо меня. Хотя я ничего не сделал. Хотя я не прилагал усилия. Хотя я не трудился. Но даром. По благодати. Я ничего не сел, но получаю благословение. Вот что значит благодать. Это есть благодать. Мы же думаем, что те, которые сделали хорошо, попадают в Царство Небесное. Мы совершили грех. У нас много зла. Но мы можем попасть в Царство Небесное. Как я поменялся билет там. Иисус должен был войти в Царство Небесное. Но его билетом мы идем в Царство Небесное. А Иисус вместо того проклятия и гибели, которую я должен был получить, Иисус умер на кресте. И вместо нас умер на кресте. Как это удивительно. Царство Небесное не зависит от наших усилий и трудов. Поэтому в двадцать 27 глава, чтобы научить нас этому, Исав, который старался, получает проклятие. А Яков, который ничего не сделал, получает благословение. Смерть Иисуса Христа, которая была принесена на кресте, это была смерть, которую мы должны были умереть. Поэтому Бог признает, как это наша смерть. И Он дает нам особое благословение и милость Свою. Проводя библейский семинар, Оставьте ваши стереотипы, оставьте ваши знания не нашими усилиями и трудом, через то, что Иисус умер на кресте, Он вместо нас получил все наказание, Он получил на Себя все проклятие наше. Иисус приготовил все необходимое, чтобы мы попали в Царство Небесное. Он омыл наш грех белее снега, Он сделал нас святыми. В это нужно веровать. Веруя в это, то, что сделал Иисус, становится нашим. Он взял на себя наше проклятие. Наше проклятие закончилось. Наша гибель закончилась. Наше Царство Небесное. Мы попадаем не нашими добрыми делами. Иисус получил все наказание вместо нас. Поэтому мы идем туда по благодати. Веруйте в то, что Иисус Христос очистил наш грех. Этого будет достаточно. Мы благодарим Иисуса за то, что Он очистил наш грех. Бог очистил мой грех. Я благодарю за это. Сегодня мы заканчиваем семинар. Завтра мы будем проводить семинар только вечером. Это будет дополнительное собрание в качестве бонуса. Завтра вечером тоже буду говорить по Библии. Спасибо, что внимательно слушали слово. Наши миссионеры трудились. И многие телерадиостанции за границей транслировали наши проповеди. И почти 2 миллиарда человек смогли слушать Слово. Это не наши все усилия. Это милость Иисуса Христа. По благодати. Я желаю, чтобы вы получили благословение. Давайте помолимся. Святой Отец наш. Мы совершили грех, совершили зло. Но Иисус пришел и спас нас, за что мы благодарим Тебя. Мы заканчиваем наш семинар. Завтра у нас будет еще одно собрание. Пускай Дух Святой наполнит наши сердца чтобы мы получили благословение через Господа Бога, и чтобы этим словом мы все могли славить Тебя, Господи. Как Иаков смог получить благословение, так же и нам Ты приготовил благословение. Мы благодарим Тебя. Благослови каждого. Молились во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо большое.